Мои дорогие, с вами Эрика из Хурхады в шикарном отеле «Барон». Как же приятно вот так сидеть, прохладненько, чудесно. Веранда шикарная. Вот такая красота, везде цветочки. Все так элегантно, все прекрасно. Барчик здесь. Подушечки, вы только посмотрите, какие подушечки. Здесь кожа. Изумительно, просто все шикарно сделано. Просто... Так, ребят, я сейчас пришла уже в самый лучший номер. И сейчас мне девочка покажет, которая работница здесь русскоговорящая, покажет этот номер. Вот, ребят, это самый клевый номер в отеле «Барон Паласт». И мне предоставила вот эта милая женщина. Представьтесь, пожалуйста, Наташенька, да? Меня Наталья зовут. Да, Наташа, 4 года, да? Да, 5 лет будет. 5 лет уже работает. Молоденькая, уже 5 лет. А сколько, вы вообще 17 или вас 18-18 приехали? 18. Вообще клево. Молодчина. Самая лучшая девчонка, которая вообще, я не знаю, без нее бы я здесь, наверное, не знаю, что со мной было бы. Так что, ребята, заходим, конечно, для девочек. Здесь прекрасное зеркало. Просто шикарно. Вы только посмотрите, как оно сделано. Так. И я сейчас делаю так. Я же вас подожди. Это получается просто как рабочий кабинет, да? Как рабочее место. Ну просто прикольно. Ребята, классно. Представьте. Во-первых, мне очень нравятся материалы здесь. Очень нравятся материалы. Даже кожа, я вижу, да? Это кожа. И дерево, ясное дело. Это все натурально. Это вообще в отеле, ребята, я вам уже говорила, много мрамора. Полы, я вижу, паркет настоящий, никакой там ламинат. Это просто... Да. Проведите, пожалуйста, меня в спальню. Самое такое, ну, как бы, все хотят хорошо спать, выспаться. 4 человека, это как детская спальня, либо для двух взрослых. А, это как бы, это, как есть это... две спальни, да? Да, две спальни. Угу. Здесь как две сингл-кровати. Угу. Сейчас, подожди, я пройдусь. Конечно, классно. Просто классно. Такие классные. Тоже тумбочки, все так со вкусом, все так... Вот порадуйте себя, если вы хоть один день, два дня, вот так провести в таком, например, годовщина ваша какого-то... Ребята, я стою, годовщина какая-то, правда? Например, 20, 10, 15 лет свадьбы или еще что-то, день рождения, 50-летие, 60-летие. Я считаю, что вы запомните вот это на всю жизнь, это же просто клево. А посмотрите, какой вид везде. И сколько балконов везде, да? Балконы. Ребят, посмотрите. Все на море, ясное дело. Шикарно. Я потом с другой стороны уйду. Шикарно, просто шикарно. Я сегодня же... Ой, я обожаю всегда двери. Двери обалденные. Здесь, так, здесь. Сейчас, так, пошли. Гардеробная с вами. Угу, угу. Гардеробная, ой. Офигенно. Самое главное в отеле всегда тапочки. А вы видели в каком-то отеле тапочки? А посмотрите халатики. Во-первых, я первый раз вижу халатики вот именно вот с такими, кстати говоря, в основном халаты, да? Без воротничка, да? Вот это вообще клево. Ну это здорово. И для детей, и для взрослых, и для мужчин. В общем, все классно продумано, ребята. Вы только посмотрите место. Какая прекрасная. Ой, вот. Обожаю такие банкетки. Класс. Ванная. Это ванная для кого? Для главная ванна? Для детей? Там весело. Еще? А это самое лучшее? Там с ванной другая. Ребят, это вообще, это класс. Это класс. Это просто, просто офигенно. Вы только посмотрите. Это просто чудо. Кстати, я не видела, вот именно мало видела видео, приват, что вы делали, в основном это фирмы делали, да? Вот именно вот от этого вашего. Почему мне захотелось? Потому что это просто... О, шикарно, шикарно. Просто, ребята, шикарно. Да. Кстати, очень хорошая, я все волосы, ну, у меня уже закончился шампунь. Класс, класс, класс. Ребят, просто чудо. Вам не обязательно с собой что-то тащить.
можете поверить, потому что я тоже... Кстати, говорит, тоже очень редко, ну, сколько накушаешь, столько и, как говорится, страшновато, но контроль, да? Кстати, ребята, этот air-condition работает офигенно. Часто я очень переживала за air-condition. Здесь можете, например, поставить вот здесь вот, вы поставите, я, вот, например, мне нравится вот, вот сюда ставить, это же вот наш... Это автоматический режим? Автоматический, да. Он не такой, как бы, он более такой. Да. Угу. Как средний или сильный, чтобы он был. Очень классный, ребята. Здесь просто на обогрев и охлаждать. Вот, очень классно. Вот, ребят, это спальня главная, да? Спальня. Сейчас я сделаю. Сейчас. Ребята, вот только обратите внимание, лампа, как красиво, как круто. Как все, а подушечки. Все так сделано. Ой, нет, это вообще. Уютненько. А это вот это внизу, это тоже бар, да? А нет, это просто этот. А то думала бар. Везде там телевизор. Быть, да. В принципе, как выглядит как мини-бар, поэтому я думаю. И везде веранда, как вы видите. Везде веранда вокруг. Супер. Картины. Все в таких тонах. Приятных, таких вот пастельных тонах. Посмотрите, как классно. Полы. Ой, слушай, я сама захотела. Слушай, я сама, Наташа, захотела один ночь побыть в таком классе. Это просто чудо, действительно, это просто. Это, не знаю, отсюда выходить не хочет. Ну, правильно, ну, есть бассейн, почему, зачем? Да, с морской водой. Да, с морской водой, да. Ой, какая прелесть. И обои, я вижу, шикарные, такие красивые обои. Обратите внимание на обои. Все элегантно, все сильно, все, ну, я не знаю, слов нет, ребята, просто чудо. Также есть ванна. Сейчас мне обязательно спросят, сколько это стоит. Конечно, это зависит, конечно, от какая компания. Расскажи, кстати, вот это, от компании времени, да? Я буду, да. Уборчик сделал мне вот такое. Положил очки. Мою шляпку. Он всегда что-то придумывает. Молодчинка. Классно. Ребятки, слушайте, я вам сегодня покажу свою комнату. Обзор. Итак, ребятки, заходим в комнату. Это у меня категория вторая. То есть есть еще, ну, хуже. Это пятизвездочный отель. Естественно, пятизвездочный. Заходим. Заходим в комнату. Шкаф. Большой очень шкаф. Итак. Открываем сейф для туфлей. Здесь можно... Кстати, одна стирка за время пребывания, сколько бы вы ни были, одну неделю, или две, или три, бесплатная, только не химчистка. Сейф здесь тоже, что может, места много. Так, дальше пошли. Самое интересное, да? Мои вещи здесь, так, короче, это для... домой ехать. Я оставила вверху, вот это мои вещи и так далее. Дальше. И это у нас, я сейчас выгляжу не очень, потому что я только что плавала, снорклингом занималась на море, и поэтому вот такой классный у меня штучка. Я его купила перед тем, как поехала. Вот такая, классная. И здесь, ребята, можете засунуть и раздеваться, переодеваться. Потому что вот здесь такая дырочка, и вы быстренько снимаете, переодеваетесь, он длинный. Итак, вот такой у меня душик. Вот такой. Есть все, что хочешь, но я с собой много чего сюда беру. Короче, разные шампуни и разные тоники, масочки и чего только то не беру. Посмотрите, какой у меня классный мейкап. Очень классный. Так, ну разные такие шоу. То есть такие разные от очень известной фирмы Paul Mitchell. Для волос вообще беру. И ампулы, и чего только, потому что соленая вода. У меня очень хороший американский вот этот продукт, я уже говорила давно, что для лица на это я, ну, еще на это я вообще не трачу. Ну, собираю вот именно, я живу ради поездок, ребята. Что, вот выглядит, что, может быть, думаете, там, я там такая богатая, все такое. Нет, вот последний продаю иногда и шикарные вещи, лишь чтобы поехать. Беды, конечно. Вот, я не жалуюсь, я просто говорю, все классно работает, короче. Вот, всем приветик, сейчас покажу, какой у меня вот эта штучка, она универсальная, вот я его купила, посмотрите, как классно. И вот здесь вот на пляже раз так вот это совываешь и переодеваешь. Итак, весы даже есть.
Здесь у нас тоже водички, он мне всегда миллион приносит. Здесь у нас стаканчики, кофе пьем, чай, все есть. Вот, здесь у нас бар, кстати. У меня тут тоже мои маски лежат, и все, и пивко, и все, что хочешь. Так, дальше пошли мои сумки. Вот, тут у нас тумбочка. Здесь у меня кроватка такая, очень хорошая кровать. Кстати, матрас обалденный, стол. Так, телевизор. Дальше пошли. Три здесь вот таких вот полочки. Можете, пожалуйста. Потом здесь очень классный вот такой вот диванчик. Диванчик хороший. Вот, у меня тут наложено всего, чего хочешь. Такой классный, знаете, он какой красивенький. Но он мне просто он приносит иногда. Зачем он мне унес? Я не знаю. Вот этот вот огромнейший, вот какой красивый диван. Классный. Мне, потому что я не успеваю ничего. Итак, вот так у нас все. Миллион фруктов мне всегда приносят. И все такое. Здесь у меня миллион. У меня нет уже места и сил. Я купила шикарные шляпы. Здесь у меня все наложено. Но у меня свой порядок, короче. Вот так. Так что не обращайте внимания. У меня ни на что не успеваю. Потому что я то и на дайвинге, но на снорклинге. И так далее. Вот. Выходим. Выходим мы. Так. А, вчера, например, 14 часов, 5 часов я вышла уже утра. И меня взяли и повезли. Так, мои костюмчики. Это вот балкончик такой. Вот вид вот такой у меня, шикарнейший. И вот такая красотища. Вот так. Вот такой я быстрый обзор сделала комнаты своей. Мне повезло, как говорится, я заказала аж уже в ноябре поездку. И поэтому, ребята, я заплатила меньше, чем многие платят. Чуть не на 40 или 30, ну 30, скажем, процентов я меньше заплатила, чем те, которые сейчас все возросло, все пользуются, как говорится, пользуются войной. Представляете, какой кошмар. Люди, это, считаю, безобразие. И делают на все, говорят, это война, значит, дороже. Это война, значит, дороже. Ну, конечно, наживаются. Представляете, пользоваться войной, чтобы наживаться на людях. Вот так мы живем. Так что всем, всем всего. Ребят, здесь есть в этом отеле свои плюсы. Это отель Барон. Свои минусы. Сейчас вам покажу. Только что пришла с пляжа. Конечно, еще пока что не отдохнула, поэтому стараюсь сейчас отдохнуть сначала, а потом уже ехать куда-нибудь с кораблем, ботом и все такое, на разные коралловые рифы и все такое, потому что немножко уставшая. Мне необходимо было отпуск. И сейчас вам кое-что покажу. Так как я очень много в отеле, смотрите, сколько у меня с собой платьев разных, чего только тут нету. Вот, и хотела, но это не в этом дело, я не это не хотела показать вам, а показать это первый отель, ой, упала, где, смотрите, тапочки, вот, это классно, представляете, у меня платье упало, сейчас, секундочку, вот. И вот тапочки для девочек и тапочки для мальчиков. Это первые запакованные, конечно, ясное дело. Так что вот такие дела. У меня, посмотрите, косметики миллион, потому что я не рассчитываю никогда в поездке на косметику. Хотя здесь очень хорошая косметика. Очень, не знаю, какая-то что-то итальянская или не знаю, что это такое в этом отеле. Но я все привожу свое, потому что у меня должно быть, потому что длинные волосы, у меня должны быть свой шампунь, свои бальзамы. И я пользуюсь специальным тоже спреем, смотрите, кола американским, которые биологические, потому что другие противозащитные солнца, они разрушают коралловые рифы, чтобы вы знали. Я покупаю, и к тому же он очень хорошо для кожи, это анти-эйдж, против старения, и это еще морская вода остается час, если на вашем теле, если вы идете в воду, вот этот вот. Так что вот такие дела, видите, у меня один, второй, они довольно-таки дорогие. Это ваниль с ванилей. А это, нет, вот это ванильный. А это, кажется, у меня что-то такое, забыла.
ну, какие-то тоже цветы, бывают тоже с папайей, бывают разные. Еще у меня один есть очень классный, а вот он, это вообще, это антиэйджинг, это вообще, ну, просто обалденная фирма, она тоже выпускает косметику антиэйджинга, это просто сумасшедшая против, вот она я. Ребят, посмотрите, вот есть номера, у которых свои бассейны, видите, как клево. Я живу на втором этаже. С полувид на море. Полу. Отель очень большой, 600 человек. Но людей очень, ну, половина, где-то 300. Вот такая красота. Ну, честно говоря, мне пуля не нужен. Это для комфорта просто. Пуль не нужен, потому что я все равно на море буду ходить. Это не солено, очень ухожено. Очень все красиво. Ничего не скажешь, просто идеально, можно сказать так. Единственное, что мне не нравится, что багги, которые я привыкла ехать по пляжу, здесь нужно брать на прокат и платить очень дорого. Я еще не спросила, но, кажется, мне сказали, что такое за час 30 евро или 30 долларов. Это, конечно, ужас, это жесть, я считаю. Потому что поедешь так вот, например, шнорклинг, хочется снорклинг в другом месте, и едешь на час, ты же не поедешь на час, только приедешь. И, а есть отели, которые еще лучше снорклинг, чем здесь, например. И это, я считаю, нехорошо. Я иду сейчас к себе в комнату. Хотела вам что-то показать, когда приезжаешь в отель. Бесподобные вот такие вот фрукты, ну не фрукты, такие с орешком вот здесь. Вот, смотрите, какая прелесть дают. Вот. И обязательно, конечно, фрукты. И вот такая сладость. Очень вкусно. Сейчас, кстати, покушаю. Я... Из-за войны цены вообще на очень, особенно хорошие отели, страшно подскочили. Просто, не знаю я. Но отель действительно уровня, по крайней мере, лучше многих испанских отелей, кроме... Есть, конечно, испанские шикарные отели, но наравне с лучшими испанскими отелями, но лучше, чем отели на Кипре, например. Я очень много была в отелях на Кипре, даже самых лучших, в Пафосе я была, одни из самых лучших отелей. Вот там был в Пафосе, забыла, как его звали, очень классно, Элизиум, кажется, вот один из лучших отелей. Вот где-то похоже, немножко по-другому. Сейчас вам хочу показать вот эти ампулы, которые я беру, это Бабар. Каждый год Бабар выпускает, ну Бабар вообще классная косметика, выпускает два раза такие лимитированные ампулы. Это, вот, например, это было на Рождество и на Пасху. Это пасхальное, пасхальное яйцо. И в них, видите, я вытаскиваю, с собой беру в отпуск легкие. И классно, я пользуюсь в отпуске ампулами. Опять говорю, не экономьте на себя, не беря только косметику, которую вам дают здесь, вот в отеле. Не экономьте на себе, девочки. Готовьтесь основательно к поездке, чтобы ваше личико после вашего отпуска выглядело не серым, потом, когда вы приедете, а розовым, свеженьким и хорошим, и загар. Хорошо, будет класс, кладется. Я всегда еще пилинг делаю основательно перед тем, как я еду в отпуск. Неразлучная пара, это уже другой день. Каждый вечер, опять 7 вечера, вот так они. Сейчас они друг друга чесали. А вот их не малыш пришел. Вот он. Кстати, какой он худой. Да их не малыш. Смотрите, как они любят друг друга. Малыш куда-то делся. Мне часто спрашивают, тебе не жарко ехать в июне в Египет? Я вам скажу, Египет... Может быть, душно в июне, но в июль, вот я раз была в Сомабее, это был кошмар. Это просто кошмар. Я никогда... Я очень люблю тепло, очень. Но, честно говоря, июль был самый ужасный месяц, который я тут была. Вот.
Сегодня я плавала, было очень большое течение. Но вообще, я вам скажу, что погода для Египта, июнь, довольно-таки, хотя, говорят, в этом году очень жарко. Сейчас вечером, ну, конечно, жарковато, там очень душно, можно сказать, душно сегодня. Вчера было лучше, но жить можно сказать так. Вот, так что я ожидала худшего, потому что говорили, такая жара, 48 градусов. Я не думаю, что 48 градусов, я думаю, сейчас, ну, 31, просто-напросто... Все прогрето, и поэтому кажется, что очень душно. Вот. И мне нравится, что в этом отеле, что так все построено, вот именно комнаты, что в принципе не, очень не душно, а вот именно прохладно. Видимо, очень толстые стены, я не знаю. Так что очень довольно-таки приятно. А вообще, я еду почему в июне, потому что вода очень теплая. Конечно, жарко, но в мае иногда я уже раз была, несколько раз была, была прохладная вода для меня, потому что я очень долго в воде, вот, и быстро простуживаюсь, и все то, что долго в воде, потому что люди думают, о, теплая вода, 28 градусов, 28, 26, а если ты долго находишься в воде, все равно это по сравнению с воздухом контрасты большие, и поэтому... И поэтому можно даже простудиться. Я уже часто простуживалась в Египте. В ноябре, например, я простужилась, в мае простужилась. Так что, казалось бы, в тепло едешь, а простуживаешься. Кстати, хочу сразу сказать, люди, которые проживают в отеле, 20 минут могут бесплатно делать за время проживания. Все равно, сколько вы здесь находитесь, один массаж. Pro person. Значит, каждая пара может это сделать. Здание отеля «Оборона» очень-очень большое. Я переехала сейчас в другую комнату, я вам покажу ее. И хочу показать, когда идешь по коридорам очень долго. Это такой как мавриканский такое, не знаю, дворец. И посмотрите, что проходишь. Настоящая пустыня. Просто вообще какие красивые здания. Здесь часто празднуют тоже люди, арабы. Очень красиво, очень как-то экзотически, по-египетски, по-африкански. И вот я иду, длинные-длинные коридоры. Могу поехать на... Потом я поеду еще на лифте. Само здание мне очень нравится. Можно поехать на лифте вниз, а можно следующий лифт взять. Идешь как действительно, как дворец. Ну, такие вот действительно, вот посмотрите, настоящий дворец. Круто, конечно, насчет постройки ничего не могу сказать. Ребята, вы посмотрите, я поменяла комнату только на 2 дня. Но лучше бы я вчера уже поменяла. Вы только посмотрите, какая красота у меня с балкона. Я на самом верху теперь, 4-й этаж. Ой, как мне нравится, какой вид. Отель, конечно, зачаровал, кроме русской девочки, пару людей, которые мне здесь помогали, когда я заболела, когда у меня были проблемы. Ну, конечно, путешествовать, особенно в арабских странах, ребята. Только из-за любви к морю, любви к снорклингу я так делаю. Вы только посмотрите, какой у меня вид шикарнейший сверху. Это просто потрясающе. Это я вообще, и на самом верху, это просто, это ветерок сюда больше идет. Ой, какая прелесть, как мне здесь нравится, как мне нравится вот этот вот именно комнат, надо запомнить.
Ребята, здесь очень много пуль, очень много бассейна. Вот это для взрослых тоже один из бассейнов, о котором я говорила, потому что можно лежать вдвоем. Смотрите, какая красота. И закат начинается. Такая красотища. Очень хорошо входить внутрь. Я вчера вечером ночью лежала вот здесь, на этих, ну, приятно же. Включила музыку, взяла коктейльчик и кайфовала. Все в цветах. Это другой бассейн. Здесь тоже есть несколько вот таких вот двойных лежаков. Это тоже для взрослых. Вот этот бассейн огромнейший, самый большой, который... Опять говорю, вот, например, как здесь. Значит, вот эта сторона, левая сторона для взрослых без детей. И правая сторона для взрослых, ну, взрослых, да, с детьми. Я не знаю, что такое посерединке, наверное, тоже для взрослых без детей. Похоже так. Вот это такая красота здесь. Вы только посмотрите на этот поле. Я просто вообще без ума. Хотя, скажите вам честно, я всему море, я еще не дошла до пуля. Но у меня еще есть время. И поэтому я дойду до пуля. Здесь отлично, если, ну, влюблен. Или отмечать, например, какую-то годовщину муж с женой. Прекрасно, конечно. Море спокойное, спокойное. Хорошее течение, не так уж. Это Шарм-эль-Шейхе было ужасное течение сильное. А здесь нормально. Ну, бывает там, конечно. Ну так. Ничего не ужасно. И вот это центральное здание. Вот это вот, именно вот это правая сторона, это только, ну, вот с детьми. Ну, не так много с детьмичков, честно. Вы посмотрите на эту красоту. Арабские люди устроили сегодня вечеринку. Приехало 300 человек. Для нас нет, а для них вот такие вечеринки. Классно. Жалко, зайти невозможно. Я бы с удовольствием бы. Класс. Какая-то фирма. Они приехали на 3 дня. А я пошла. Как мне нельзя, но я пошла. Я такая... Как говорится, пиздец. Вот так поближе подошла. Они, наверное, взяли какого-то диджея, откуда-то привезли с собой, я так думаю. В общем, классно. Музыка моя, конечно, то, что я люблю. Классно. Ребята, хочу вам показать, какую красоту. Я только что, я не спала сегодня. И хочу это не передать, конечно, камерой. Хочу вам показать на эту прелесть. Сейчас 4 часа ночи, короткие дни, и вот просыпается Хурхада, и птица полетела. Вы только посмотрите на эту красоту. Эту дивную красоту. Боже, как же я люблю тепло, сухое тепло, жару, такие вот страны. И как будто бы они европейка, вот честно вам скажу. Вроде блондинка натуральная. А, ой, ветерочек.